Ірусю, скажи мені, будь ласка, ти вважаєш себе талановитою людиною? Так, щоб таке відповісти. Я скажу так, талановита людина талановита у всьому. Ну, така собі реклама. Ага, ага. Тобто ти талановита людина, яка талановита у всьому, да? Ну, гаразд. Про таланти співробітників дуже часто сперечаються начальники підприємств, дуже часто сперечаються самі співробітники, бо кожна людина вважає себе в чомусь талановитою, мабуть. От сьогодні давай будемо спілкуватися, до нас сьогодні завітав Костянтин Книж, директор і співвласник компанії StarPom. От, будемо з ним сьогодні спілкуватися, вітаємо вас. Доброго ранку. От, якраз про те, як співробітникам, що їм робити зі своїми талантами в рамках якої-небудь компанії чи корпорації, як очільникам цієї компанії робити так, щоб ці таланти йшли на благо, як то кажуть, спільної справи. Ось про це сьогодні давайте з вами поспілкуємося. Благодарю за таку можливість. Для моєї компанії чоловічий ресурс, люди є самим головним ресурсом. І основне розвиття своєї компанії я бачу виключно через розвиття чоловічих качеств, талантів своїх співробітників. Тому дуже велике час посвящаю підбору людей, которые способны к развитию, и вкладываю очень много времени и средств в их развитие. Скажи, будь ласка, от є у вас предприятие, так? Є багато, мабуть, скільки у вас, до речі, співробітників? 20. 20 людей. Чи ви працюєте з їх талантами? Що ви можете сказати? От як ви це робите? Виявляєте ви їх якось, підтримуєте? Що для начала при прийомі на роботу обов'язково. Мы очень внимательно к этому относимся, проходит многоуровневый отбор люди. Мы обращаем внимание в первую очередь на их потенциал, потому что если есть потенциал, можно развить любые качества, нужные для предприятия. Вот для разных направлений деятельности этот потенциал разный, само собой. Для этого мы привлекаем в том числе и специалистов. У нас есть психолог, которого мы постоянно привлекаем. И он существенно помогает рассмотреть иногда даже скрытые таланты людей. И потом дальше мы начинаем работать. В первую очередь для развития талантов на предприятии используются возможности достижения любых целей. Карьерного роста, финансового благополучия, улучшения своего финансового благополучия. И мы не боимся давать людям рисковать. То есть наоборот, я это поощряю. И, как сказал один умный человек, не мешайте людям учиться на своих ошибках. Я считаю, это основа того, чтобы человек сознательно смог развить свой талант. Единственное, за чем нужно следить, это за тем, чтобы был постоянный рост. И если человек наступает на одни и те же грабли, значит, скорее всего, это не его, и ему нужно искать себя в другой сфере. Як це з'ясувати? Як це робити? Слідкувати? Слідкувати? Обов'язково на підприємстві потрібно вести статистики, измеряемые показатели деятельности людей. То есть ставятся определенные задачи, и эти задачи руководитель обязан, который поставил, или ведущий топ-менеджер, или линейный руководитель обязан контролировать и сверять плановые заданные показатели с результатами. Это нужно делать постоянно, непрерывно. В случае, если показатели отличаются, то необходимо проводить какие-то действия управленческие с этим человеком, разбираться почему, либо не знает, научим, не может, поможем, но если не хочет, то, наверное, этот человек будет искать таланты в другой сфере. Вы сказали о психологах, ну а как психолог, это планово загоняют всех психологов и начинают с ними общаться, с вашими сотрудниками, или это происходит как бы в фоновом режиме таком? У нас разные формы работы, мы проводим и корпоративные тренинги, вот 2 недели назад мы целый день провели вместе, там приходили много разных людей, не только психологов, очень интересных мы приглашаем, которые основная цель немножко отвлечь сотрудников от текучки, для того, чтобы они смогли пересмотреть свои приоритеты, свои способности и, возможно, выйти на какой-то новый уровень. Потому что текучка, она затягивает, и развиваться в текущей деятельности человеку очень сложно. Вот поэтому, кроме тренингов, периодические посещения психолога на наших мероприятиях, где он принимает участие в виде консультанта, иногда есть возможность у сотрудников пообщаться с ним персонально, индивидуально, если есть такая необходимость. Наше время очень сложное, поэтому людям приходится и к профессиональной помощи обращаться.
Ну и поэтому мы используем очень разные формы работы. В комплексе главная цель дать людям веру и возможности в то, что они смогут получить то, что хотят. Либо честолюбивые свои планы какие-то реализовать, либо улучшить свое материальное положение, либо стать каким-нибудь суперспеціалістом в любимой отрасли. Ось ми тепер плавно переходимо до питання. З'ясували, що талановиті за допомогою різних методів. А які шляхи залучення цих талантів саме в роботу на вашому підприємстві? И сразу давайте начнем с того, чем занимается ваша предприятие, чтобы нам всем было понятно. Моя компания занимается офисным сервисом. Мы предоставляем нашим клиентам все необходимые товары и услуги для существования офиса. Это от поставки канцтоваров в нужное время до заправки картриджей, обслуживания компьютерной техники. У нас очень широкий комплекс. И мы его стараемся постоянно развивать. Соответственно, как сервисная компания, мы не имеем права на ошибку. То есть мы так и называем старпом, старший помощник. Мы должны быть в нужном месте, в нужное время и делать с таким качеством, чтобы клиент нас не замечал. Если нашу работу не замечают, вот, то мы тогда считаем, что мы работаем хорошо. То есть клиент работает без остановок и комфортно ему выполнять свой основной вид деятельности. А все, что необходимо для помощи, это уже наша задача. Само собой, для этого люди и развиваются, и стараются. То есть они должны понимать клиентов, они должны предоставлять им именно то, что нужно, и использовать максимально эффективно ресурсы компании. Для этого у нас даже строится в этом году не традиционная вертикальная модель управления, а горизонтальная. То есть я предоставил людям, которые вызвались, которые захотели, возможность взять на себя ряд ключевых бизнес-процессов и изменять их так, как они считают нужным. Это дает свой результат. То есть это и разгрузило меня как топ-менеджера и дает существенные результаты в экономической деятельности. Это заметно. Працівники реализують так свои планы, свой идеи, потенциал, свои мрії, да. Свой потенциал, так? А як довго ви вже на ринку таких послуг? 10 лет. 10 років. Це вже така дата, яка говорить сама за себе, так що. Ви знаєте, дуже часто задають багато вопросов от на тему так званої корпоративної етики, да, і средств, так сказать, корпорації, які пытаются, так сказать, таланти розвити своїх сотрудників. Но мене завжди цікавив вопрос. Вот приходить чоловік, допустим, в компанію, которая занимается, например, ну я не знаю, изготовлением дверей, да? Ну, казалось бы, он хочет там работать, допустим, бухгалтером. Да? Ему задают вопрос, ему начинают задавать вопросы по стандартной схеме. Как вы видите через 5 лет свое будущее в нашей компании? Это в конторе, которая двери изготавливает. Да? Ну, вот, начинает сразу довольно забавно люди реагируют, потому что, ну, какое вы говорите, о каком будущем, когда я пришел работать на такую должность. Да? Как в вашей компании? Казалось бы, это сервис, да? То есть нужно вовремя что-то, по сути, привезти, установить, поставить. Исправить, исчезнуть. В применении к талантам, какие таланты вы выявляете вот у людей и как вы применяете их именно к этому делу? То есть немножко конкретики хотелось. Я понял. Ну, основа нашей деятельности – это коммуникация. Поэтому в первую очередь человек должен легко общаться с людьми. А основа хорошей коммуникации – это не просто слушать, а слышать своего собеседника. И уметь интерпретировать правильно то, что он говорит. Поэтому в первую очередь в нашей сфере деятельности самым важным талантом является правильная коммуникация. Слышать людей и сопоставлять со своими возможностями и ресурсами. Следующий талант – это, само собой, добросовестность. Человек, если взял на себя ответственность, если принял звонок, если пообещал что-то кому-то, это не ограничивается клиентами, но и внутри компании, он должен обязательно это выполнить. Но это я не скажу, что это талант, это нормальные, ну, скажем так, обязанности и нормальные качества сотрудника. А таланты, ну, особо талантливые люди в компаниях, по крайней мере в нашей, это обязательно
те, кто продвигает наши услуги на рынке. То есть это торговля, продажи и привлечение сотрудников, это, конечно, искусство. Это действительно искусство, настоящее, да, чтобы что-нибудь кому-нибудь продать, это действительно нужен это талант. Вот это талант, это однозначно, и для этого нужны и предпосылки изначально, то есть этому научить хорошо нельзя. У нас даже разработанный мною курс продаж существует в компании, он проходит не менее 2 недель обучения люди, которые к нам приходят. Вот. И я этими людьми особо горжусь, очень много потом, даже покидая нашу компанию, с благодарностью вспоминали этот курс развития и своих навыков, это не теряется, они используют потом это по жизни, растут, и умение продавать им позволяет достигать, в принципі, любых целей, которые они ставят в жизни. Ось, от від талантів ми переходимо до цілей. Давайте проговоримо про ваші цілі і цілі ваших співробітників. Я думаю, що вони співпадають, але я б хотіла дізнатися, чи обговорюєте ви їх якось там... Как вы достигаете этих целей? Обязательно. Мы обсуждаем, и у нас регулярно проходят общие собрания. То есть, если какая-то ставится глобальная или тактическая цель в компании, это тут же доносится сотрудникам. Они должны знать, они должны понимать то, куда они идут. А по поводу совпадения целей, у нас очень открытая компания, вся финансовая деятельность доступна каждому сотруднику, на какой бы должности он ни находился, и мы все одинаково замотивированы от результата, поэтому если правильно ставится цель, если я могу убедить сотрудника в том, что эта цель принесет нам взаимную выгоду, то, соответственно, и они понимают, что их личные цели могут реализоваться путем реализации целей компании. Без целей, конечно, нельзя. Обязательно мы их ставим, стараемся достичь. По-разному получается, но мы к этому всегда стремимся. Якщо працювати єдиним цілим, то обов'язково все вийде і всі цілі будуть досягнені. Так? Отже, дуже вам дякуємо за такі точні роз'яснення, бо завжди хочеться, що якщо ти працюєш десь, то щоб твій талант був розкритий і помічений якось керівництвом та компанії, звичайно. От, і дуже приємно чути, що сьогодні керівництво частного бізнесу теж опікується цими проблемами. От. Отже, ми бажаємо вам успіху у вашій діяльності і бажаємо успіху вашій компанії. Бажаємо вам талановитих співробітників, і у вас є змога зараз нашим глядачам так, щось побажати. Або своїм колегам. Глядачам я хотел бы пожелать в первую очередь в ключе нашего сегодняшнего разговора стремиться к развитию талантов своих, ничего не бояться и искать. Для этого нужно сделать 2 простые вещи. В первую очередь нужно не упускать возможности, которые предоставляет жизнь. И когда вы испытаете чувство максимального удовлетворения, то это ваше, и продолжайте в этом развиваться. И второе, как я считаю, очень важное, нужно замечать важных в своей жизни людей, которые смогут сыграть роль учителей с большой буквы, и они смогут дать толчок вам к развитию и достижению ваших целей. Чудово побажання, дякуємо вам, до наступних зустрічей. До наступних зустрічей, приходьте до нас ще обов'язково. Дякую.